Добрый вечер! Мы приветствуем вас на главном событии мировой экономической арены. Сегодня на ринге сойдутся непримиримые соперники. Итак, в правом углу ринга несокрушимый американский доллар! Посмотрите на него. В это трудно поверить, но буквально полгода назад он был 56. В левом углу ринга его соперник – российский рубль. Опа! Бодрячком, бодрячком! Качает музончик. По прозвищу «Нероняемый». Итак, бой начался. Удар. Рубль опять упал. Надеемся, что он поднимется хотя бы к декабрю. А нет, это был обманный маневр. Рубль бросается в атаку. Он хватает доллар за огромный, свисающий со всех сторон внешний долг. Решение смелое и рискованное. Но после того, что с ним делали Ельцин и Чубайс, рублю уже ничего не страшно. Доллар достает из кармана пакет санкций. Рубль использует коронный прием, отработанный не одним поколением россиян. Прячется под матрас. Там он может лежать не то что раундами, годами. Но доллар находит его и начинает душить. Рубль не сдается и прогрызает пакет санкций красивыми импортозамещенными зубами. Доллар достает еще один пакет. Еще один, еще один. Господи, да сколько же у него этих пакетов? Это же прямо цирк какой-то! Доллар вот-вот задушит рубль. Интересно, что думает тренер рубля Эльвира Набиуллина? Ситуация стабильная, поводов для паники нет. Но доллар рано празднует победу. Он совсем забыл, что он один, а рублей 100! Доллар повержен! Рубль танцует победный танец. Как говорится, хорошему танцору инфляция не мешает. И помните, не стоит переживать по поводу курса рубля. У рубля нет курса. У рубля есть только путь.